Привет, Паша. Привет. Давненько нет. Дела, Славик, дела. Креветки есть? А рыбка как? А рыбка не советую. Паш, сушечки возьми. Олег, Олег. Не надо. Ты куда? Извини, моя радость, мне надо на секундочку уйти. Ну, говорил. Пару пива и сушечки. Молодой человек, столик служебный, не обслуживается. А, понял. Столик для белых. Сейчас свалю. Вали. Какие люди. А я смотрю, вы не вы. Или не узнали, товарищ адвокат? Ну, узнал, дальше что? Ну, а чего же вы не реагируете? Гениально. Что же мне с тобой, целоваться, что ли? Фамилии блядь. Стань дурак. Не нравится, а? Я смотрю, у вас здесь все схвачено. Олеженька, куда ты слинял? Там ко мне без тебя Жорик пристает. Мой маленький. Ну, скажи ему, что я ему... Ну, просто ноги выдерну. Он уже ничего не соображает. Маленький, я товарища встретил. Нам с ним переговорить надо. Ты иди, а? Послушайте, шли бы вы отсюда вдвоем, а? Вдвоем-то веселее. Надо же, какой у тебя товарищ-то серьезный. Он мне такой же товарищ, как ты мне, приемная дочь. Ну, просто жутко. Ну, очень остроумно. Олежек, через минуту я ухожу. Марин! Марин, а сейчас! Москвичка. Вот и воображает. Ну, ничего. У нее прописка, а у нас пиписка. Мариш, Мариш, ну где ты бежишь, где? Ой, где ты бежишь? Не дотрогай, не бежи. Что ты от меня хочешь, а? Водочки. За встречу, за дружбу. Я с тобой не только пить, я с тобой в одном сортире рядом не сяду. Вот как. Правильно, значит. Со всех сторон, как квадрат, да? А что же вы себе такой правильный по новой чайника защищать не захотели? Какой чайник? Ну что ты несешь, а? Иди проспись. А, ну да, ну конечно. Мы теперь не знаем, кто такой чайник. Мы вообще ничего не знаем. Не надо мне-то. Я только вчера судом отпущен в связи с началом учебы. У меня каникулы закончились. Так что мне про вас все очень хорошо известно. Ладно, я иду. Иду. Так что я в курсе. Ты куда, Паш? Я сейчас, секундочку. Ну что, малыш, в общагу или к тебе? Да мне. Простите, Мариночка. Слушай. Да? Воренцов, это чайник, что ли? Папаша, подай, пожалуйста. Вы Воренцова чайником называете? Ну что, вообще непонятно. Ну, спасибо, папаша. Чайник, значит, варить. Варить, значит, кипятить. Кипятить, значит, чайник. Какие проблемы-то, а? Он что, опять что-нибудь натворил? Да ты что, правда не в курсе? Ну, не в курсе я, не в курсе. Вникаешь, не в курсе. Да, все старое, ничего особенного. Оказывается, он этого... Одинца грохнул, малолетку какую-то изнасиловал и убил ее потом. Когда суд был? Позавчера, я же говорю, я только вчера вернулся. А чего же меня-то не вызвали, не знаешь? Не знаю, наверное, ты все бабки у тетки Тамары выудил. Слушай, ты... Так все-таки мешает, Паш. Да нет, все в порядке, Славик, все в порядке.
Прошу встать. Суд идет. Выездная сессия областного суда в составе председательствующей народный судья Макеев, народные заседатели Гвоздев и Калитовская, заслушав в открытом судебном заседании дело Варенцова Николая Васильевича и учитывая личность подсудимого, принимая во внимание особую тяжесть совершенных подсудимым преступлений, совершение преступлений в отношении престарелого и малолетнего лиц, руководствуясь статьями 71, 301, 303 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, приговорила Варенцова Николая Васильевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 108 пункт В, частью 2 статьи 146, частью 4 статьи 117 и пунктом Е статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР. Назначить наказание по части 2 статьи 108 Уголовного кодекса РСФСР 12 лет лишения свободы. По части 4 статьи 117 Уголовного кодекса РСФСР 15 лет лишения свободы. И по пункту Е статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР высшую меру наказания – расстрел. В соответствии со статьей 40 Уголовного кодекса РСФСР по совокупности совершенных преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательное наказание определить расстрел. Не надо, мамаша, не надо, не надо, мамаша, не надо, не надо, не положено, мамаша. Не надо, мамаша, не надо, не надо, мамаша, не надо, не положено, мамаша. Стоять! Пусти меня! Ненавижу! 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 Замок забил! Сволочи! Ненавижу! Пусти! Ненавижу тебя! Ненавижу! Ну все, ведите, ну! Сволочи! Пошел! Пошел! Правильно распустились. Тамара Тимофеевна. Тамара Тимофеевна. Что с вами? Вы меня не узнаете? Гадина! Гадина! Будь ты проклят! Будь ты проклят! Так. Забрал все деньги у меня до копеечки, да, а коньки дали расстрел. Все. Приведите документы. Денежки, да, да. Откуда сейчас у меня? Я все выплатила. Сейчас, сейчас я вам все объясню. Да. Я адвокат. Сейчас я вам предъявлю документы. Угу. Пройдемте в помещение. Сейчас. Хорошо, хорошо, я сейчас понял. Сейчас я вам... Пройдемте. Я все объясню. С какой такой стати я должен давать тебе свидание с осужденным? Ты вообще кто? Я адвокат. Ага. Это что, на тебе написано? Ну что, надо удостоверение показать? Нет, не надо. Ты просто неграмотный адвокат. У тебя ордер на ведение дела есть? Нет. Ну, а раз нет, тогда ты для меня знаешь кто? Дядя на улице. А может быть, ты бандит? А что, может быть, ты хочешь организовать побег своему сообщнику?
Приговоренного, кстати, к высшей мере. Покажите дело, а? Да не покажу я тебе ничего. И вообще, скажи спасибо за то, что я тебя не привлек за драку на улице. А иду вот с тобой, беседую. Ну, спасибо. Пожалуйста. Дело покажите. Ты какой-то ненормальный. Тебя что, сильно ударили сегодня по голове? Вот ты мне скажи, зачем тебе дело? Объясни. Ну, не верю я, что Варенцов виноват. Но ты нахал. То есть я сам нахал, но таких нахалов сразу видно, московская фирма. Дайте дело посмотреть. Не дам. Хорошо. Ордер принесу на свидание, пустите? Если напишет кассацию, пущу. Но учти, завтра его этапируют в область. Я сам уеду. Понял. Да, кстати, а с кем ты собираешься заключать договор? У него же никого, кроме тетки, нет. Значит, будем заключать с теткой. Ты совсем-то не дури, с ума не сходи, а то она тебе вообще голову отвинтит. Ну, не вникайте, это не ваше дело. Ой, простите, простите, ради бога, я вас не ушиб. Ничего, это я сама простите, виновата. Я случайно. Ничего. Физкульт, привет. Что не позвонил, не предупредил? Да, я записную книжку потерял, там все телефоны. Проходи. Спасибо. Приехал следователь из областной прокуратуры. Ну, наши, конечно, его сразу в оборот. Так что через пару дней скись, парень. Из прокуратуры эскиз. А что думаешь? В прокуратуре только боги с Олимпа. Те же люди, те же человеки о двух ногах. Тут ведь как? Дай только палец замарать. Потом с ног до головы вовек не отмоешься. А что, замарали? Болтали. Всякое. Но я думаю, что замарали, иначе бы он так себя не вел. Он меня на допрос дважды вызывал. Разговорились. В общем-то, симпатичный парень. Гениально. Человека под вышку подвел, а так симпатичный. Ты Рогалева помнишь? Рогалева? Да, капитан, оперативник. Так вот сейчас ему майора дали. Нет, не помню. Так вот одного такого Рогалева на весь следственный отдел прокуратуры хватит. И еще на 100 Варенцовых останется. А ты изменился. Что? Изменился. Значит, Варенцова подставляет. Опять подставляет. Да. Только теперь они не торопились. 3 месяца его сажали. По всем правилам. Грамотно. Еще одно дело ему подкинули. Ну, это, с изнасилованием. А ты, я смотрю, интересовался. Наблюдал. Грамотно его сажают или нет? А в область нет желания съездить? Проконтролировать, грамотно они его расстреливать будут? Или напортачат, может, что-нибудь? Все так. Я свидетель, Паша. Ты теперь только свидетель. А что ж ты мне не сообщил, а? Свидетель. Что ж ты мне сразу не позвонил? Ладно, Иван. Спасибо за информацию. Ну, живи и дальше. Свидетелем. Здравствуйте, Марья Николаевна. Ты что-то сегодня рано. А это чего приперся? Чего приперся? Ему чего здесь надо? Да ладно, Маш. Что, ладно? Да вы не волнуйтесь, я сейчас ухожу. Вот и топай. И нечего сюда больше ходить, людям голову морочить. Маша. Что, Маша? Тебе, дураку, мало, тебя из управления вышвырнули, из партии поперли. Так ты хочешь еще в тюрьму сесть вместе с этим за ложное показание? Ты же подписку давал. Да ладно тебе, Маша. Я понимаю, тебе на меня наплевать. Но у тебя детей двое. Ты о них думаешь? Кто их кормить будет?
Ты же клялся, божился. На коленях стоял. Ну перестань, Маша. Не перестану. Он тебя опять одурачит. Взятку получит и в Москву поедет. Да не кричи ты на весь двор. Чего ты? Кого ты стесняешься-то? Его, что ли? Да ему надо стесняться. Весь город говорит, купленный он. Маша, если ты не перестанешь, то... То что? Уйдешь? Ну, иди. Иди, иди. Иди. Паша! Паш, погоди! Ты ее прости, Паш. Вообще-то она добрая, хорошая. Это я, сволочь. Она хорошая. Значит, ты теперь не в управлении? Нет. В четверке. Участковом. Вон, желтое здание. А в общем, нормально, близко к дому. Так что ты, Паш, не обижайся. Она ведь мне всю эту историю простила с Катериной. Да потом дети. Я еду! Тормози! Па! Следующая остановка — школа. Зачем ты заставил парня моего на них жалобу написать? Ну, Усикал, а Колька и написал на них. А что теперь? А теперь они за эту жалобу Кольку под расстрел подвели. Ой, ты во всем виноват, гадина. Гадина. Тамара Тимофеевна, мне нет. Родненький мой. Я еще должен повидаться с вашим племянником. Обговорить с ним все. Дело посмотреть. Жалобу нужно кассационную составить. Опять жалобу? Порядок такой. Чтобы опротестовать сегодняшний приговор. Завтра Николая повезут в область, тогда уже будет поздно. Я должен сделать все сегодня. Короче, от вас требуется просто формальность. Чтобы передать мне право на защиту, мы сейчас должны подъехать в сберкассу.
И вы должны перевести в юрконсультацию 10 рублей 00 копеек. Все. Да нет у меня больше ни копеечки. Все вы у меня выдали до последнего. До последнего. Вот, возьмите. Считайте, что это вам от меня подарок. На Новый год, 8 марта, на День Конституции. Возьмите и поедемте. Не нужны мне твои деньги поганые. Ненавижу я тебя, гадина, ненавижу. Ты Кольку моего под расстрел подвел, ненавижу. Тамара Тимофеевна, давайте прекратим истерику. Слушайте меня внимательно. Я вас последний раз спрашиваю, вы поедете со мной в сберкассу? Нет. Тогда вы будете виноваты, если Николая расстреляют. Вы и будете повинны в его смерти. Да пропади ты пропадом. Я вас просил подумать. Господи, Коленька, мой Коля. Господи. Господи, Боже мой. Я смотрю, вам опять окна бьют? Да. Бьют. Ну и правильно делают. Была бы моя воля, я бы вас вообще подпалил бы. Счастливо оставаться. Извините. Бабуля, скажите, а Зюзина Света, где она сейчас может быть? Так ежели из училища пришла, так дома должна быть. Где она живет? По-моему, где-то здесь, да? Да. Так вон дверь. Напротив, через площадку. Спасибо. Сюда, да? Ага. Здравствуйте. А Света дома? А зачем она вам? Ну, мне нужно с ней переговорить. Не о чем вам с ней разговаривать. Один момент. Вы понимаете, от нее сейчас очень многое может зависеть. Не о чем вам разговаривать. Уходите отсюда. Вы слушайте сначала. Она может внести деньги в кассу и передать мне право на защиту. Да вы поймите, девка натерпелась. Уходите отсюда. Надоело уши. Я сейчас мужа позову. Григорий! Григорий, иди сюда! Бабуля! Бабуля, у меня к вам такое предложение. Никого нет дома. Что-что? Никого нет дома. Гениально. Да идите вы все. Извини, дай прикурить. Черт. Спички забыл, извини. Да ну ничего, бывает. Тебя, друг. Мама сказала, что меня нет дома. Чем я могу вам помочь? Спасибо, Света. Тут вот какое дело. Понимаете, Светочка, мы сейчас с вами должны зайти в сберкассу.
Я вам дам 10 рублей, чтобы вы их перевели на мое имя в юрконсультацию. Ну, чтобы я мог защищать Варенцова. Свидетельница Зюзина, что ли? Зюзина. Зюзина. Да, свидетельница. Светлана Зюзина. Угу. Невеста Варенцова. На суде она заявила, что они бывшие приятели. Да, бывшие. А теперь жених и невеста. Вы мне напишите, пожалуйста, разрешение на свидание. Я сегодня с ним обязательно должен повидаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Кушать будете? Ну, я думаю, что пока товарищ судья мне напишет разрешение, я успею. Что будете? Нет, нет, не нужно. Вот это что такое? Это эскалоп. Эскалоп. Но его ждать придется минут 20. Или 30. Угу. А есть что-нибудь такое, что не нужно ждать? Биточки есть. Биточки. Ну, прелестно. Значит, биточки и что-нибудь запить. Сок гранатовый есть будете? Гениально. Несите. Только вот тут какая запиндя. Какая? Днем, когда мы с тобой виделись, у тебя этого ордера не было. А сейчас он у тебя есть. Когда же ты успел его получить? Ты что, на самолете, что ли, в Москву с этой Зюзиной до своей консультации летал? Может, на самолете, может, на такси. 3 часа туда, 3 часа обратно. И час на оформление? И час на оформление. А расстались мы с тобой 4 часа назад. Слушайте, давайте не будем, а? Будем. Будем. Ты тут химичишь с заднего хода, а я тебе разрешение подписывай. Знаешь, куда можно зарулить с таким подходцем к закону? Всякая мразь будет на свободе безнаказанно разгуливать. Ну, значит, чтобы всякая мразь на свободе не разгуливала, вы можете химичить, да? А я обязан действовать только по закону. Даже если он дурацкий. Гениально. То есть, что значит химичить? Ты на что это намекаешь? Я не намекаю. Но дело Варенцова дутое. Пожалуйста, ваши биточки. Спасибо. Значит, по-твоему, засудил я бедного мальчика, да? А ты знаешь, что после суда он кассации писать не стал? Он как приехал в изолятор, сразу накатал прошение о помиловании. Значит, он вину свою признает? Значит, он просит пощады у правосудия? Пощады? Да, хорошо, пощады. Тогда тем более я с ним должен повидаться. Да идите вы все! Слушаешь во всех, не переслушаешь. Рассказывай, Коля, рассказывай, некогда. Рассказывать-то нечего. Арестовали когда? Привезли, подсадили к блатным. У них первое дело прописка. В прошлый раз как бы не в счет. Не давай меня снова прописывать. Ну, я отмахивался как мог, что петушком не сделали. Пидорас там, значит. Ну, прописали. Сломали 2 ребра. На утро начальник цириков наших, ну, охранников, вызывает к себе и спрашивает, кто бил. Ну, я молчу, кому охота западло быть. Меня в карцер. Там вот сколько воды. На мне рубашка одна. Вещи теплые от тетки не принимали. Ну, отсидел. Выпустили, подсадили к 2 обиженникам. Тоже. Я 3 суток не спал. Как закимарю. А не давай ко мне пристраиваться. Один из них в бок так дал. Прям в ребро поломанное. Но я ему тоже ногами. Меня снова в карцер. Там простудился совсем. С цириком говорю, что же вы делаете? Они ржут. Ну, короче, вырубился совсем. Очнулся в госпитале. Говорили, у меня болезнь такая. Не помню, когда в легких вода накапливается. Ну, очнулся, пахана рядом со мной положили одного. Этот пахан мне стал говорить, что, мол, зря ты, следователь, не колешься. Ты колись.
И а то они тут тебя в больничке залечат насмерть. А так, на зону уйдешь. И, может, на воле еще погуляешь. Ну, я так подумал, кому ж подыхать охота. И начал колоться. Меня тогда лечить стали, уколы делать. А до этого не лечили. Просто лежал, воду из легких откачали и лежал. Потом даже в палату перевели отдельную. Нянечка приходила дерьмо выносить. А до этого могло сутками под койкой тухнуть. Пахан этот мне напоследок сказал: ты все, что тебе не предложат, все бери на себя. Быстрее сядешь, быстрее выйдешь. А потом уже в камере ребят сказали, что пахан этот обломщиком был. Ну, то есть его кому-нибудь в камеру сажают и говорят то, что нужно говорить следователю, чтобы вышло лучше. Я говорю, а выходит не лучше, а хуже. Ему, пахану, за это деньги дают. За то, что он меня на облом подписал. Он эти деньги у цириков выпить покупает, травки покурить. Одному такому, говорят, цирики даже за деньги бабу водили. Так на чем я остановился-то? Раскалываться ты начал. Ах, да. Из ментовки приходили. Бумаги мне приносили. Чтобы я их якобы от своего имени написал. Один раз я, правда, было рыпнулся. Но когда меня на изнасилование стали раскручивать, обещали, если во всем признаюсь, то попросят судью смягчить. Ну и накололи. Обманули, в общем. Ладно, пиши. Чего? Все, что мне рассказал, то и пишем. Не буду я писать. Я тут напишу, а меня тут по-тихому и задавят. Не задавят, не бойся. Я сам пойду в Верховный суд, расскажу о твоем деле. Все одно не буду писать. Коля, если ты не будешь делать так, как я тебе говорю, тебя расстреляют. Слишком многие заинтересованы, чтобы приговор привели в исполнение. Если это случится, все будет шито крыто. Они постараются сделать так, чтобы твое прошение отклонили. Спасти себя можешь только ты. А я тебе в этом помогу. Договорились? А теперь бери ручку. Бери, бери. И пиши им. В-13. Да, я помню. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы извините, я все обдумывала, не решалась никак, а теперь, думаю, все равно. Вы ведь из Москвы? Ну да, из Москвы. Защитник. Адвокат. Я ведь с самого утра за вами хожу, сюда. Да, неужели? А вы сейчас куда? Я сейчас в гостиницу к судье. Я вас провожу, ладно? Я вам сейчас все расскажу, что и как, а вы уж потом сами решаете, ладно? Ну, хорошо. Если со мной что-нибудь случится, мои друзья в курсе, где я и зачем сюда приехал. Вы мне не доверяете? Не верите мне? Нет. Я здесь никому не верю. Напрасно.
Леша, Леш, 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 милый, вставай. Вставай, миленький. Ну, Леша, ну вставай. Да, ну, Леш, вставай, миленький. Зачем? Ты все в Москву собирался? А я тебе Москву на дом привела. Ну, вставай, милый. Леш. Какая Москва-то? А? Здравствуйте, Алексей Семенович. Здравствуйте. Я адвокат. Если помните, я на прошлом суде защищал Варенцова. Да. А в чем дело? Сегодня Варенцов приговорен к расстрелу. Вот как? Алексей Семенович, собирайтесь. Сейчас поедем в милицию, и там вы расскажете все, что вы знаете. Никуда не поеду. И ничего я не знаю. Не поеду я никуда. Ясно? Вот всегда он так. Как выпьет, ходит, хорохорится чуть не в слезах. В Москву поеду к прокурору. А как проспится, так все. Не могу я больше так. Четвертый месяц живет, как Ленин в разливе. Носа на улицу не кажет. У соседей собака залаяла. Все, знакомый его идет убивать нас. Что ты несешь? Леша! Вот ты... Леша! Ты понимаешь, что ты говоришь? Леша, ну, успокойся. Пропадем. Успокойся, успокойся. Успокойся. Слушай, принеси нам бутылку. Ну, Леша. Принеси бутылку. Леша. Да, а мы... Вы что? Да все он, все боксер этот проклятый, я же вам говорила. Проболталась. Алексей Семенович, ну мы же взрослые люди. Теряем время. Ну хорошо. Давайте присядем. Ну скажите мне, сколько вы здесь собираетесь отсиживаться? Год, два? Я болею сейчас и выздоровлю. Тогда, может, поеду в Москву к прокурору. Видно будет мне. За это время расстреляют же парня. Оправдают, расстреляют. Мне-то что? Хорошо. Зачем же вы тогда Татьяну Ивановну на суд посылали дежурить, раз вам все равно? Алексей Семенович, ну не валяйте дурака. Поедем сейчас к моему знакомому, милиционеру. Он нормальный человек, хороший, надежный. Напишите заявление, все, делов-то. Надежный. Я напишу, про боксера расскажу. Потом меня же и посадят. Я это уж это знаю. Они не посадят, так боксер из-под земли достанет. Ему что, муха, что человек, все одно прирежет. Не меня-то, Татьяну. Вот в прошлый раз пришел, подрался, говорит, а... Фуфайка-то вся в крови и по локоть. Нет, нет, я никуда, нет, не поеду, нет. Ну, Алексей Семенович. Нет, нет. На седьмую новую маневровую линию под воздух. Здесь шоссе? Автобус часто ходит. Я до вас, наверное, не дождусь. Я сегодня вечер ухожу на работу. Mm-hmm. А вы когда вернетесь, вы постучите ему вот так. Три раза в окно. А то он ни за что не откроет. Понял. Ну все. Такси. Ловите скорее. Такси. Спасибо.
Стой! Такси! Такси, стой! Татьяна? Татьяна. А кто она ему? Не знаю, что-то вроде жены. Не вникал. А Яковлев у нас давно уже в розыске. Главное, чтобы он не отказался с нами ехать. Я ему откажусь. Разберемся. Давай. Ну что, мужики, поехали? Да, да, поехали. Куда? Туда, откуда приехали. Да вы что, издеваетесь? У меня смена заканчивается. Ладно, ладно, давай, поехали, поехали. Мы тебя компенсируем. Морально компенсируем. И материально. А вдруг боксер давно уехал из города? Да не мог он никуда уехать. Мне Яковлев сказал, он у вас здесь срок отбывает. Вольным поселенцем. На химкомбинате спецкомендатура. Ему за хорошее поведение в зоне изменили меру наказания. Билет. Что билет? На месте происшествия нашли. Билет маршрута номер 3 как раз до химкомбината ходит. Моя начальная версия. Что с тобой? Да что-то мутит. Укачало, наверное. Слушай, старикан, давай побыстрее, а? Леш, ты уж не пей больше. Пожалуйста. Ну что, немного полегче? Что-то плохо мне. Укачало. Ты поглубже, носом дыши, носом. Дождись его, а? Дождись. Хорошо, родная, хорошо. Я рассказала ему, как стучать. Понял, понял. Ну, закрывайся. Ну, давай, 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 поехали. И заплатим. Миг, миг. Черт, он же убежал. Паш, тут дверь открыта.
Алексей Семенович. Алексей Семенович. Шофер помог. А ты как? Не ранен? Нет. Там за теплицей Татьяна. Жива? Нет. Что ж ты не стрелял-то? Из чего? Из пальца? Не нашел никогда. Маруки с ним. С пистолетом-то. Что-то хреново мне. Это бывает. Ничего, мы тебя сейчас от гостиницы отвезем. Гляди, живой? Живой, живой. Да ты не огорчайся, мы тебе компенсируем. Да пошел ты нахрен со своей компенсацией. Да. Паша? Паш? Да-да-да. Я знаю, Паш, я тебя разбудил. Не, я не спал. В общем, Паш, его только что закончили допрашивать. Тебе будет интересно. Так, слушай. Значит, боксер. Настоящая фамилия Федько. Виталий Евгеньевич. Был осужден по 102-й. Отсидел в колонии 6 лет, а потом ему изменили меру, и он отбывал ее у нас на химии. А в спецкомендатуре у нас бардак, сам понимаешь. Гулял он по городу, как хотел. Да, нормально, да? Это у него уже 4-я судимость. Ну, а по делу Варенцова он пока не колется. Да, Паша, ты знаешь, как Федько вышел на Яковлева? Он же тебя водил, сам признался.
Боялся, что ты вытащишь Варенцова, и его тогда точно начнут искать. Алло! Алло, Паша! Алло! Алло! Что там у тебя, Паш? Алло! Да. Как же тебя так угораздило-то, а? Паш, знаешь, есть одно железное правило. Обедаешь в общепите, не бери рубленое мясо. А если кушать очень хочется, начальник? Ну, тогда уж лучше умереть от голода, чем от тухлых котлет. Правильно, Светлана, а? Угу. Это вам от тетки Тамары. Спасибо, Свет. Да, весело, весело. Да. Как Николай? Что? А, Николай? Нормально. Ждет сюда. Был я тут у него. Тебе привет. Спасибо. Ты мою жалобу получил? Получил, да. Ты мою жалобу судье переслал? А? Я говорю, ты мою жалобу в суд переслал? Да не надо этого. Чего не надо? Ну, жалобы. И вообще ничего не надо. Иван. Понимаешь, Паша, прочитал я твою жалобу. Целый роман получается. Уж больно круто ты там забираешь. Уволить, отстранить от должности, возбудить уголовное дело. Зачем? В общем, она у меня. Значит, ты мою жалобу в суд не переслал. Да ты не волнуйся, все было подано вовремя. Только Варенцов написал другую жалобу. Вот и все. Ты ведь был болен. Тамара Тимофеевна, естественно, взяла другого адвоката. Что тебя не устраивает? Все же практически известно. Приговор отменят, дело отправят на дополнительное, к тому же Федько осудят. И прекратят дело производства. И освободят его. Варенцова-то. Так что все нормально, хорошо. Гениально. А то, что он полгода в тюрьме просто так просидел, это как? Ну, а вдруг бы его все-таки расстреляли? Ну, не встретил бы я случайно Чепцова в Москве. Или Татьяна, земля ей пухом. Случайно не увидела бы меня в суде. Или вдруг Федько этот случайно пристукнул бы не Яковлева, а меня. Раньше времени. Ну, знаешь, если бы, да кабы. А те, кто сажал Николая, признание из него выколачивал, те как? Дальше верой и правдой будут служить? Ну, зачем, Паша? Проведут служебное следствие. Виновных накажут. Ну, да. Строго. Выговор объявят. Переведут какого-нибудь Костолома с одного места на другое. Двоих-троих на пенсию отправят. Да еще персональную дадут для утешения. За то, что 30 лет исправно людей сажали. Тех, кого прикажут. Ну, почему же? Почему? Ты сам знаешь, прекрасно знаешь, Иван. Почему? Потому что одни знакомые дяди пожурят других знакомых дядь. Вот и все твое служебное расследование. Тут уголовщина на каждом шагу. Нет, Иван, не круто я забираю, не круто. Сажать надо за такие дела, судить и сажать. Ой, да не надо всего этого. Ведь не расстреляли же его, и слава богу. А ошибка вышла, так ведь чего не бывает. Мы все вас просим. Вот тетка Тамара, Колька, я, Иван Захарыч, вот. Не надо, пожалуйста. А вы, наверное, не знаете ничего, да? К нам из исполкома приходили. Тетке Тамаре сколько квартиру новую обещали дать. А еще из горкома приходили, обещали все уладить. А Кольке, когда он из тюрьмы выйдет, путевку в Болгарию дадут, чтобы он здоровье там поправил. А брату вашему памятник на могиле не обещали поставить? А при чем? При чем тут это? Светлана!
меня. Нет, нет, это я просто так. Вы слушайте, слушайте. Зачем ты так? Зачем ты людей обижаешь, а? Они сами себя обидели. Ну, знаешь, Паша, у тебя какой-то дальтонизм. Черное-белое видишь, а оттенки отсутствуют. Какие оттенки? Вот видишь, тебе даже трудно понять. Ты человек не семейный, живешь один. И терять тебе нечего. Ну, хорошо. Ты расскажи, я поднапрягусь, может, пойму. Угу. Ну, что толку от твоей жалобы? Кого ты собираешься сажать? Рогалева? Авдеева? Это же стрелочники, Паша. А тех, кого надо было бы посадить, ты никогда не достанешь. Они с точки зрения Уголовного кодекса не подсудны. А Варенцову ты можешь навредить. Вспомни, его уже один раз освобождали. Тут тебе не Москва. Ты вылечишься, встанешь и уедешь, а мы... Нам здесь жить. Хорошо, Иван. Раз вас такая жизнь устраивает, давай мою жалобу, где она? Спасибо. Подарок к Новому году. Путешествуйте в